К происшествиям 18 упаковок сливочного масла на сумму 2500 рублей украл житель Оленегорска в одном из магазинов города. Мужчина незаметно от других посетителей положил их в пакет и вышел, минуя кассовую зону. Факт кражи был выявлен при просмотре записи с камер видеонаблюдения. После задержания подозреваемый пояснил, что совершил хищение продуктов питания с целью дальнейшего сбыта. Теперь нарушителю закона грозит до 1 года лишения свободы.